В крае стартовал трехмесячник по охране водных биоресурсов. Славянская школьница побывала в образовательном центре «Сириус». В районе будет проведена проверка оповещения систем ГО и ЧС. Об этом и многом другом мы расскажем в нашей рубрике «Телетайп новостей». «14 и 15 марта на территории города пройдут комплексные учения с органами управления и силами территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края по обработке вопросов ликвидации последствий весеннего паводка и обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья. Будет организована работа штабов оперативных групп для оценки обстановки проводимых мероприятий». В марте вступило в силу ежегодное ограничение на рыбалку, которое продлится до конца весны. Нарушением будет считаться лов в лиманах, водоотводных каналах, с мостов, причалов и других гидросооружений, то есть практически во всем водном бассейне Краснодарского края. Исключение составляют только оборудованные и зарыбленные зоны. Нарушителям грозит штраф, а также уголовная ответственность. Учащаяся первого лицея, воспитанница отделения технического творчества Маргарита Неделько стала участницей космической программы в образовательном центре «Сириус» в городе Сочи. Всего проект объединил 93 школьника из разных регионов России. Ребята работали совместно с научными сотрудниками Роскосмоса, Сколтеха, Фонда «Талант и успех» и других профильных организаций. По его итогам ребята представили 13 разработок, которые при поддержке наставников получат дальнейшее развитие. До начала летних каникул осталось не так уж много времени. Если вашему ребенку исполнилось 14 лет, Центр занятости населения может оказать содействие в его трудоустройстве на этот период. Родители сами могут найти работу своему ребенку, возможно, на предприятии, где трудятся. А Центр занятости заключит на выгодных для предприятия условиях договор с выплатой материальной поддержки. Предложение о возможности трудоустройства несовершеннолетних можно подать в Центр занятости до 20 мая. Телефон для справок 245-87.